walk around the world and feel like every place the same. I look into your eyes and see that you are in some pain. Freddy, gonna help the business, help a rip around your neck. Gonna help you make a choice, let it sit, don't let it rest. You a pest, what the fuck, you left a mess. It's okay, I'll just say that your body's gone today. You in hell, I don't think you failed, you just made some bail. Come the day, it gets worse, and I hope you fucking hurt. Now what's the word, Kevin? I think I caught you naked. There are nine more layers that this hell's packing. No tippy tapping, bitch, I call me Rippy Rapping. I feel lucky I'm not you. At the top, I do the do. Stuck in the fucking dark, this and it's cold and hard. Having felt some miseries, bitch, where do I start? Всем привет! Сегодня обзор на Honda Dio IF27. Как по мне, легендарный скутер. Он мне очень нравится по внешнему виду. Нравится больше, чем Honda 35. Не знаю почему, внешне нравится больше. Напишите в комментариях, как вам. Какой вообще вам скутер нравится. Конечно, в этом скутере есть недочеты по пластику. Да, он какой-то здесь есть поцарапанный. Ну, трещины даже есть вот здесь вот. И вот здесь вот на клюве. Это самая распространенная поломка пластика. Трещина вот здесь вот. Короче, да, вот так вот. Люфт это как бы тоже у всех скутеров есть. Это понятно, короче. Я же говорю, пластик в таком себе состоянии, вот он. Здесь видно, кто-то то ли грелкой, то ли феном его грел и как-то не догрел до конца, короче, я не понял. Трубу нужно будет покрасить. Кстати, сзаду диск красный, спереду диск серый. Ну, этот диск тоже нужно будет перекрасить, да? Труба. Нужно будет красить, да, я уже говорил. В принципе, вообще все в нем нормально. По мотору все четко. Нету крышки для маслобака. Но ее можно купить на 100 копейки. Так, здесь тросик торчит. Так что как-то вот так вот. Ну что, давайте сейчас заведем этот скутер. Заводится он идеально. Без газа. Так, давайте посмотрим сейчас, какой у него багажник. Багажник здесь очень вместительный, очень большой. Вот такой вот, то есть шлем сюда поместится спокойно. Здесь у нас место под аккумулятор. Но аккумулятор пока что, брат, еще не ставил. Ай, блин, короче. Так что как-то вот так вот. Брат покупал две Хонды за 5000 гривен, то есть они были поломаны. Он с двух восстановил вот эту вот одну. Да, она, говорю снова, не идеальная, потому что прошлый владелец этой Хонды был, ну, как сказать, не обслуживал мопед, вообще его не чистил, он был вообще у него на улице, короче. Так что как-то вот так вот. Кстати, вилку красили, такой цвет, мне очень нравится, напишите в комментариях, как вам. В принципе, что еще рассказать про эту Хонду? Очень много в нее было вложений, прям очень много. Да, внешний вид, конечно, по внешнему виду не скажешь, что в нее очень много вложили, потому что, ну, как бы, вот, ну что? Что еще могу про нее рассказать? Бензобак, не ржавый, ничего, то есть там все тоже идеально. Так, я не знаю, каким замком открывать нужно, наверное, вот этим вот, да? Да, вот этим вот. Ну, короче, там открывать я особо не буду, там особо ничего не увидишь. Ну, вы. Не знаю, ребят, мне он нравится больше, чем Honda Dio IF35. Так что как-то вот так вот, напишите ваше мнение в комментариях. Пробег. Пробег не родной, это 100%. Ну, в принципе, все. Honda, хорошая Honda едет, да. Dio валит, как говорится. Так, сейчас я... Еще раз давайте заведем напоследок. И все. Опа. Но посильнее, чтобы завелась.
A few moments later.